Всем привет! Это канал «Таня плюс танцы». Сегодня будет невероятный выпуск, потому что я нахожусь в Мариинском театре, и мы познакомимся с прима-балериной Надеждой Батоевой. Сегодня мы увидим немного репетиций балета «12», ну и пообщаемся с Надеждой. Перед этой съемкой мы с Надеждой переписывались, чтобы определиться со временем. И сегодня, в день съемки, она весь день в театре. Сначала класс, а потом с 12 и до вечера репетиция. Конечно, мне стало интересно узнать, каково это жить в таком графике. К тому же, свое расписание артисты узнают накануне. Скорее, артисты кардебалета имеют такое расписание, да. Они сейчас, вот то, что вы снимали репетиции, это они были между спектаклями. То есть сегодня двойник спектакля. Утро, вечер, каменный цветок идет, и девушки, и юноши еще пришли посреди дня вместо отдыха еще порепетировать. Вот, поэтому у солистов, конечно, график не настолько напряженный. У нас бывают дни, когда на самом деле вообще может быть не быть репетиции. Но также бывает, что может быть с утра просто до ночи без перерыва. А вот это вот состояние, что каждый вечер узнаешь свой день на следующий день расписания, уже привыкли к этому или к этому невозможно привыкнуть? Очень жаль, что мы к этому привыкли, но да, приучили, я бы так сказала. Честно говоря, это очень тяжело спланировать, особенно если нужно записаться там какому-нибудь врачу или, не дай бог, купить билеты в театр, в драматический, да, который так же дорогущий, как и в наш театр, да, купить за месяц, предполагая, что, я не знаю, этот день будет выходным, а в итоге там стоит спектакль или постановочный процесс, или репетиционный. То есть, конечно, это трудно. Хотелось бы планировать, да, свою жизнь, но невозможно. Перед входом в репетиционный зал висело табло с расписанием всех классов и репетиций на сегодняшний день в театре. Это такой сложный график, много окошек. Мне чем-то напомнило расписание прилетов и вылетов в аэропорту. И я впервые, наверное, задумалась, неужели это расписание составляет человек, а может быть робот? Нет, это составляет человек. Если я не ошибаюсь, это придумал наш бывший артист балета, исполняющий партии корифеев, Федя Мурашов. Федя, привет, если видишь. На самом деле, если я не ошибаюсь, это его такая разработка, что ли, которую он внедрил в театр, чтобы это все было в электронном виде, чтобы раньше расписание писалось от руки. В общем, раньше это были вот такие вот огромные листы бумаги, на котором карандашиком или ручкой писалось расписание. Но дело в том, что раньше репетиций было, я не знаю, раз в 10 меньше, то сейчас, например, программа выдает, когда у артиста, допустим, 4 репетиции, чтобы в режиссерском управлении не выписали одновременно 4 репетиции, чтобы оно горело все-таки красным, что артист в этот момент занят. Да, чтобы если какие-то исправления нам снова приходят. Раньше, кстати, сейчас пропало. Раньше писалось красным, где изменение было. Но сейчас подписывают, где оно. Вот, конечно, это все равно не до конца пока что идеальная, что ли, система, но делает ее человек и создал ее человек. То есть вообще саму вот эту всю, один человек со всех артистов, кто с кем, во сколько, один человек все это делает? Какой-то директор или кто это делает? Нет, это не директор, это у нас есть режиссерское управление,
где сидит Елена Георгиевна и составляет этот весь график. Сейчас у нее есть помощница, потому что репетиций действительно безумно много, и она может что-то пропустить. Когда я готовилась к съемкам, я узнала, что в какой-то момент Надежда осталась совсем без пуантов. Поэтому интересно узнать, в каких пуантах танцует она сегодня, ну и вообще, как она подбирала себе обувь, поскольку у нее просто невероятные выдающиеся стопы. Танцую я теперь в приме. Не знаю, я от них в восторге, честно говоря, не преувеличивая. Перешла я два года назад, получается. Тогда Юрий Валерьевич Фатеев сообщил о том, что вот они запустили собственное производство и находятся в Москве, что немаловажно, хотят, чтобы примерили. И я была одной из тех, кто это сделал. Мне, в принципе, понравилось. Но мы начали, опять же, переговоры. В чем была вся прелесть? В том, что вот ты рассказываешь человеку, ты показываешь ему, они хоп, сделали, прислали тебе пару. Говорят, Надежда, посмотрите, пожалуйста, вот как лучше, там не лучше. И ты такой, да, замечательно, а давайте вот еще попробуем тут, а давайте. То есть мы очень кропотливо искали вот ту идеальную пару, вот от которых я теперь балдею, их уже надо списать, а я не хочу. Они, в принципе, очень быстро сделали мне ту пару, в которой я смогла выступать. Они мне успели ее отправить до поездки в Китай в прошлом сезоне. И я успела станцевать здесь на них «Жизель Лебединая». Там, если я не ошибаюсь, 3 «Лебединых» и 2 «Дон Кихота». При этом у меня было, наверное, еще 3 или 4 оркестровых репетиции. Плюс еще ежедневные просто репетиции. Такой сразу тест-драйв конкретный. Чтобы вы понимали, я в них еще станцевала. То есть это было в октябре. В сентябре, наверное. Вот «Жизель» была в сентябре. То есть они мне прислали в конце сентября. Я их быстренько сделала, вышла на сцену. И в декабре я станцевала в них еще премьеру «Анюты». И репетировала всю «Анюту» в них. А это, ну, давайте объясним для людей, которые смотрят и не очень понимают, что насколько это долго, да? Для пуантов это долгая жизнь получается. Ну, пуанты в среднем это... Ну, опять же, вот какая пара попадется, то есть это может быть от 2-3 спектаклей до, ну, вот мои выдерживают там, ну, 5 это максимум. И это может быть там не все суперклассические, да, балеты какие-то. Потому что просто дальше они немножечко, ну, просто уже, вот видите здесь, канифоль у нас, это каждый раз все отмывается, я отмываю это уже непосредственно перед спектаклем, потому что за время репетиции это тоже все загрязняется, поэтому перед спектаклем накануне я это все мою, чтобы пуантики были чистые, но, естественно, это трение, постоянно немножечко уходит блеск пуант, да, там где-то начинает уже просто сами пуанты не выдерживают, чисто ткань, да, что так долго я в них танцую. Вот. А стирать же можно, не пробовали? Или что? Стираете их? Нет, я не стираю. К счастью, я теперь настолько ими обеспечена, что я имею возможность выходить в красивых туфельках нестиранных. Раньше я танцевала на, естественно, гейнер. У нас весь театр, в принципе, большинство был на гейнерах. Но в последнее даже время, кстати, у нас с ними уже были... Проблема из-за того, что они перевели производство из Америки в Европу, и качество стало слабее гораздо. А почему вы сказали, что у вас как особенные какие-то были там нюансы, или как-то вы сказали, интересно, в подборе, что... Да, дело в том, что, например, что мне не всегда нравилось в гейнерах, и то, что в последнее время они как раз-таки... у них выходило, так скажем, у них стали очень мягкие пуанты. У меня достаточно большой подъем, и я переходила в школе на гейнеры ради того, чтобы
меньше тратится на пуанты, потому что в Гришко я совершенно не могла, ну, я могла, но это один урок классики, и все, я дальше стою на крючках, потому что все было сломано, да, и на гейнеры я переходила именно с тем, что их, во-первых, можно стирать, да, чтобы они становились новенькими, и потом они выдерживали все-таки нагрузку. Получалось, да, что их цена, они, я не помню, тогда 1000 или 2000 там стоили, перебивала то, что мне приходилось родителям, они не могли позволить себе столько пуант мне покупать просто на месяц, да, вот, с годами, к сожалению, вот качество это ушло, да, и поэтому у меня была первая просьба это сделать, чтобы я не стояла на крючках, потому что у меня уже просто устали стопы, связки, просто хотелось стоять на полном подъеме. И вот мы долго находили эту, так сказать, точечку опоры, да. Потому что еще так сложно, я видела выпуск с Аней Тихомировой, которая говорила, что сделайте мне вот такие же, как эти. Это невозможно повторить. Это вот как у нас невозможно повторить спектакль. Но ты все равно что-то да по-другому, да, сделаешь. И я помню, что мы с Аней, кстати, в поездке встретились. И она говорит, я уже попросила Вардана, чтобы он не сделал такие же пуанты, как у тебя, в которых ты станцевала вот все эти лебединые Дон Кихоты и куча репетиций. Раз мы пошли о подъеме, у вас такой от природы подъем? Или вы занимались, вам ломали? Потому что очень большой подъем. Вообще это как бы хорошо для... Или уже чересчур? Вы знаете... Были как-то в Америке и в какой-то рецензии. Ну, это вот был один-единственный раз в моей жизни, когда написали в рецензии, что не надо было подкладывать столько накладного подъема, да. Вот. Я так думаю, что... Но, видимо, у меня были, может быть, очень сломаны туфли, гейнер как раз. И, видимо, это выглядело настолько неестественно, что вот кому-то показалось, что я еще добавила себе немножечко. Нет, я ничего не делала с подъемами, это мне досталось, я считаю, от папы, у него был очень высокий подъем, но при этом, ну, у меня такая особенность, что у меня не совсем есть X, который, да, компенсировал бы, да, мой этот подъем, вот, поэтому... Я не знаю, иногда, мне кажется, может быть, сейчас глупость скажу, но иногда я думаю, вот не было бы у меня подъема, я бы подкладывала, как некоторые, и все замечательно бы делала. Но думаю, что какой-то большой разницы, наверное, человек с подъемом, человек без подъемов нету. А на какой вы стельке, можно даже показать, если там, я понимаю, что они рабочие, но как раз... Они приклеены, кстати, нет, эти я не покажу, потому что я заклеиваю внутри клеем, здесь, да, у меня, по-моему, есть новые. Ну, наверное, самая жесткая, да, тогда, я так понимаю? Нет. Нет? Кстати, как ни странно, нет, здесь стоит средняя, но вообще я на маленькой танцую. Здесь вот так вот отгибается. А на маленькой, которая это не самая, да, жесткая? А тут дело не, даже не в жесткости. Здесь вот как раз вот эта штучка, она, да, она делает вот здесь вот дополнительную жесткость, но при этом есть подлиннее, есть покороче. Просто зависит, куда она сделает тебе упор. Вот эту вот последнюю как раз-таки точку. Я люблю, чтобы он был пониже, чтобы пяточка, чтобы, да, все-таки стояла у нас вот так вот, а не топорщилась. Да? Чтобы мы стояли. Кстати, вот покажите, как вы обшили. Вы всегда крест-накрест, да, обшиваете? Да, я обшиваю крест-накрест. Знаете, очень многие балерины, я знаю, наверное, очень мало балерин, так скажу, которые любят репетировать в трико или в носочках. Потому что балерины в основном все любят, чтобы балетный пуант был просто приклеен к стопе, да? А был продолжением стопочки, был, я не знаю, второй кожей, вот так вот скажем. И поэтому все канифолятся внутри, вот у нас все здесь, да, заканифолено и внутри, и снаружи. Я даже канифолю вкладыши, чтобы они, опять же, не ездили внутри. То есть, поэтому вот для меня резинки – это тоже это максимальное прилегание стопы
к пуанту. И получается, вот вы сейчас, они у вас мокрые после работы, вы как-то просушиваете. Ну что, короче, как вы за ними ухаживаете? Знаете, здесь такой материал, что на самом деле я их просто выкладываю в раздевалке, там ни на батарею, нигде нет, они сядут иначе. Я просто их выкладываю, сушу. И утром, да, забрала их это. Но, конечно же, конечно, вот в какой-то момент. Но это, пользуйтесь или не пользуйтесь, да, дезодорантами, то есть я пшикаю, да, естественно, все туда. Но, к сожалению, если ты станцевал уже на них 15 спектаклей и еще 50 часов отрепетировал, от этого не спастись, как и любой, наверное, да, другой обуви. А как вы их моете, поэтому... вот канифоль, чем? Если не в машинке, вручную, неужели вот... Ой, какая-то работа. Зубной щеткой. Или мылом обычно? Да. Отмывается, да? Но, опять же, поймите, что если это уже десятая помывка этих пяток, они уже, естественно, так не отмоются. Там первые разы. Если уж прилипло, так прилипло. Кстати, я тоже замечаю часто, некоторые балерины танцуют в как бы не очень таких красивых уже. Вы к этому числу не относитесь? Вы любите, чтобы были блестящие, красивые, да? Честно говоря, все артистки Мариинского театра у нас просто за этим, в принципе, ну как бы следят. В залах у нас довольно-таки чисто. У нас не ходят там... В обуви. Да, да, все, естественно, приходят там, в разогревочных, да, педагоги, естественно, тоже в сменные обуви. Аккомпаниаторы также, то есть там максимально чисто, на сцене же немного все по-другому. Сначала кладется линолеум балетный, и потом работники ХПЧ, да, монтировщики, они ходят, да, и чаще всего они ходят вот в той же обуви, в которой прошлись по улице, ну они же выходят на улицу, забирают эти декорации, естественно, они пока несут декорации, не могут там переобуться, да, они в них же заходят на сцену, и декорации тоже не всегда, да, я даже не уверена, чтобы их чистили. Я тоже думаю, что нет. Да, и из-за этого, естественно, на сцене образуется пыль, грязь, следы. Естественно, это все протирается, конечно, но там, пол, линолеум, он не моется. Он просто вот, грубо говоря, эта грязь разносится, просто развозится. Просто элементарно, потому что его нельзя мыть. Его нельзя помыть мыльным раствором, его нельзя обработать, да, этой машинкой. Просто потому что он потеряет свои качества. Поэтому он просто протирается влажной тряпочкой. И потом снова монтировщик. Топ-топ-топ-топ-топ. А далее происходит то, что артисты кардебалета зачастую канифолятся. И грязь прилипает. Да, это вот, кстати, канифолятся в основном те артистки, которые танцуют, ну, юноши, правда, тоже, которые танцуют в других пуантах, потому что они действительно скользкие. Я их прекрасно понимаю, этих артистов, почему они это делают. Вот. Потому что им скользко, они, естественно, канифолятся, и иногда, так скажем, не растирают это где-то за кулисами, а выходят на сцену, появляются такие следы. И я вот в чистеньких пуантах, в идеально чистых пуантах, прихожу погреться перед первым актом «Спящей красавицы». Уже прошел пролог, там уже все поканифолились. Прошел, вот теперь идет антракт, я вышла на сцену, влезла где-то, видимо, кто где-то проканифоленный прошел, пошла за кулисами, где, естественно, уже грязно, там нечистая зона, и выхожу практически с такими пятками на первый выход. Я вам серьезно говорю, я когда увидела на видео, я думаю, как это вообще возможно? Читала интервью, прочла фразу такую, что, как и многие артисты, вы не любите смотреть свои спектакли сразу после, через полгодика смотрите, там, что происходит за это время, почему как бы легче смотреть? Нет, оно не то чтобы легче, а просто после спектакля
Я думаю, разница, наверное, ощущение себя на сцене и того, что ты видишь на записи. И, ну, я не знаю, как объяснить. Ты столько душевных сил, эмоциональных, физических потратил на сцене, и вот ты приходишь, и тебя отмечают в сторис, и ты понимаешь, что это все, я не знаю, вот такая вот маленькая частица того, что ты вложил действительно, потому что это просто запись. Она не передает ничего, она передает только технические элементы. Если тебя не снимает профессионально лицо там, с того ракурса, с которого, да, там. Потому что вживую это все выглядит по-другому. Я так считаю, что вживую это все выглядит по-другому. И да, я пишу спасибо за видео, да, я иногда выкладываю, но чаще там поклоны, не знаю, или просто чтобы, наверное, не обидеть, да, тех, кто хотел сделать мне приятное. Но, честно говоря, я бы хотела, чтобы избавились от этого. Не снимали. Не снимали. Я считаю, что спектакль — это таинство какое-то. Это вот ты пришел, ты настроился. Для зрителя это тоже, я думаю, что это не просто ты пришел в какое-то увеселительное заведение, да? Ты пришел смотреть Шекспира. Там, смотреть Пушкина, да? Анализировать, как по мне, или же наоборот, просто наслаждаться, да, чтобы отвлечься от чего-то. Но при этом я считаю, что настрой должен быть у зрителя какой-то определенный, наверное, да, куда они приходят. И потом вот эта вот съемка, она всегда в самые пиковые моменты спектакля. И я никогда не могу понять, как они наслаждаются тогда этими моментами. Я просто не могу понять. Потому что в театре, в принципе, уже достаточно большое количество отснятых балетов. Конечно, хочется, чтобы их было больше, и я думаю, что было бы прекрасно, чтобы были бы с разными составами, чтобы, да, на любой вкус зрителя это было. Да, я, возможно, понимаю, что это хочется сохранить на память и показать где-то, ну, такое где-то линия... кому-то, что я вот, да, был, да, на балете. Но мне бы хотелось, чтобы сохраняли ощущение, то ощущение, которое у них было на спектакле. И вот пришли и, наоборот, поделились. Вот я, представляешь, там был... Даже ощущение того, что не понравилось, подумать, почему не понравилось, а не пересматривать видео, и там, не знаю, пятка торчит, вот мне не понравилось, там, не знаю, или еще что-то. То есть это же должно быть, это интеллектуально, да, это, как объяснить? Я понимаю. Не знаю. На самом деле, да, очень интересный ответ. Я такое, наверное, никогда не слышала. Ну, почему не нравится? Как бы обычно больше к себе придираться, а именно с такой точки зрения прям очень интересно. Нет, я как бы тоже. Я просто, ну, я не могу. Нет, смотрите, я себя вижу корявой, кривой, косой. А почему-то, как думаете, вот всегда слышу, вот это такие слова слышу от таких профессионалов. Я думаю, профессии, что не совпадает ощущение себя в движении с ощущением видео. Потому что вот видео, оно снимается вот с определенного ракурса, еще не всегда с самого какого-нибудь. Я понимаю, что, наверное, люди тоже с этого ракурса, да, смотрят, и им с этого ракурса. Мы репетируем, знаете ли, педагог сидит и с одного ракурса, и с того ракурса, и посередке, mm-hmm. чтобы это все, естественно, ну, читалось. Мы не работаем только фаз. Интересно. Мы работаем, но есть зрительный зал. Я не знала, да, что так педагоги. И, конечно, сидят. Педагоги у нас сидят с разных сторон. То есть они не всегда сидят там по центру только. И вот... Не, классно. Просто за артистов, за артистизм. Я могу простить артисту даже самую грубую техническую ошибку, но если это был действительно спектакль, если это
прожита была роль, да, им это вот для меня это балет, а не на пупе крутиться, там, не знаю, выше ногу задрать, выше прыгнуть. Это все эффектно, я не спорю. Мы все к этому стремимся, но мне бы не хотелось, чтобы за этим забывали, что все-таки искусство немножко другое, да, другого характера. Мы рассказываем истории своим телом. И поэтому, когда ты видишь, что... Ну, вот для меня запись не передает, если она не профессионально особенно вот снята, она не передает тех эмоций, не всегда, просто не всегда передает. Поэтому, когда ты видишь просто свои туры, и ты такой, опять локоть, опять там глаз не в ту сторону, не знаю, волос торчит не туда. Ну, как бы это самокритика у артистов очень сильно развита. Поэтому мы, наверное, зачастую больше видим именно технические ошибки. Но при этом я могу потом пойти перед спектаклем следующим и посмотреть это видеокласс. У нас существует видеокласс, где профессионально записывается, да, спектакли. Все? Да. Все-все-все? Все спектакли, да. Ты можешь пойти, ты можешь посмотреть на свои ошибки. Круто. Вот. Поэтому да. Я видела там объявление, не поняла, что я думала, для каких-то детей, что ли, видеокласс. Нет, это, ну, чтобы идти, порядок посмотреть, да, там, чтобы свои, опять же, ошибки какие-то разобрать. Поэтому я хожу исключительно перед следующими спектаклями, и то, наверное, не на все равно смотрю. А какие чаще бывают, кстати, отзывы, и какие, как принимаете, вот, похвалу от критиков, и, ну, и от зрителей тоже, или критику? Вы знаете, это такой вопрос сложный, очень сложный. Очень сложный в наше время. Я, наверное, еще все-таки начала работать, когда интернет был не так развит. Он, не знаю, наверное, последние, да, лет 10. Да, соцсети не так давно. 7, 6, 5, даже меньше, лет, наверное, 6. Да, 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 и это все так как-то не про меня, что ли, не совсем про меня. Раньше я понимаю, что, наверное, это облегчило жизнь немножко, там, что не нужно стоять на морозе, ждать, да, там, артистов. То есть тебе это все говорили в лицо. И даже если что-то не нравилось, ну, нет, это было достаточно корректно. То есть тебя могли там, я не настолько там еще была, но проходя мимо, поклонники, которые ждали звезд, могли бы что-нибудь прокомментировать. Там, а вы там колокольчик сегодня, да, там станцевали, а вот знаете, вы там та-та-та-та-та-та-та-та. И я просто слушала, мне всегда интересно, да, мнение. Вот опять же, я всегда размышляю, что а почему могло показаться вот так вот, что я там неправильно сделала, да? То есть я никогда не спорю там, что я права, но все же на первом месте для меня это педагоги. Это было бы странно слушать только какую-то критику со стороны людей, которых я, в принципе, там не знаю, чем они вообще занимались, как они дошли до околобалетной жизни, да. То есть я могу принять, я могу подумать там об этом, но, наверное, что-то там супер брать от этого нет. У меня есть профессионалы все-таки рядом находятся со мной. А что касается сейчас же соцсетей, вот этих вот каких-то людей, которые думают, что они принадлежат балетному миру, мне просто немножко обидно, что ли. Обидно, что многие даже балетные люди, театральные, они считаются с этим мнением. И они боятся, что про них напишут плохо. И я, наверное, вот этого, наверное, нет. Я не понимаю. Я не приемлю, когда мне даже в личные сообщения пишут что-то о моих партнерах, с которыми я была вот только что на сцене, с которыми я репетировала в зале. И пишут там, вот там он, не знаю, какой-нибудь не такой вас там не так держал. А я всегда как-то пытаюсь, что, знаете,
У меня вот был, ну, как-то вот пытаюсь сгладить, чтобы люди не продолжали, даже не пытались подумать, что можно со мной разговаривать на такие темы о партнерах, о партнершах, о партнерах, да. Я считаю, что это должно как-то вариться, что ли, кашевариться внутри театра. Это наши какие-то там отношения, было мне удобно, не было мне удобно, да, там я попрошу... то мне всегда со всеми удобно, в принципе, ну, как бы, здесь может показаться там что-то не так. Но при этом люди вот пытаются разбирать балет, или вот они там не доучились в академии, и вдруг становятся балетными критиками. И я всегда думаю, откуда у них столько мужества? Откуда у них столько мужества разбирать чужие танцы по книжкам, получается, да, или по каким-то видео? Мне даже было однажды, мне писали, почему это я исполняю, вдруг не ту вариацию в «Корсаре», в балете «Корсар». Не ту вариацию? Гюльнару. При этом, да, действительно, существует два варианта. Просто «Корсар» в какое-то время перелопачивался только так, например. И от одних осталось одно, от других другое. И, в принципе, сейчас балерина может выбрать, какой вариант исполнить, как бы там на косочках это делать или глиссадик это делать. А я же думаю, да как же так? Я пошла к педагогу, да, спрашивать Кекишеву Галине Петровне. Она говорит, ой, деточка, там с этим корсаром, да, там. Говорит, нет, вот и та редакция, да, можно и так танцевать. Но в последнее время там больше идет все-таки там глиссад, допустим. А мне пишут, кто я такая, убирать там, знаете. Я даже этого, да, не знаю человека, поэтому не знаю. А к похвале как? Вот когда пишут хорошие отзывы? Нет, мне приятно. Я, знаете, я люблю такие тихие, что ли, похвалы. Вот когда люди первый раз в театре и вдруг тебе напишут. Искренне. А, да, да, такое. Какие-то вот, знаете, даже вот они не знают, как это выразить. И ты понимаешь, что действительно они посмотрели спектакль, и что удалось кому-то, да, вот такой вот вечер атмосферный там, да, сделать, что люди поверили. Конечно, нет, похвала — это... Кому она не нравится? Отдача. Да, кому она не нравится, да, но я все-таки тоже люблю такую... адекватную похвалу. А, ну, наверное, про 12 хочется поговорить немножко. Подсняла, что это за сцена. Наверное, какой-то очень такой драматичный момент, я так понимаю, да? Да, это на поэму «12 блока» поставил Александр Сергеев, наш солист балета. Я бы, наверное, этот спектакль не назвала балетом, честно говоря. Я бы такой сказала балетный перформанс. Не знаю, сейчас объясню, почему. Мне на самом деле очень нравится он. Он очень самобытен. Присутствует... Значит, три формы. У нас присутствует опера, у нас присутствует чтец, который читает всю эту поэму. А кто это? Вот когда вы танцуете, кто читает? Я читала, что... По-разному. И это... Александр сам, да, читает. Сейчас мы будем танцевать с Кристиной Шапран. И чаще всего я танцую с Екатериной Кандауровой. И она читает. С прямой балериной театра. Вот как раз премьеру танцевала с ней. Они идут через весь зал. Я вообще это не представляю. Как интересно. Да, они идут через весь зал и читают поэму. Потом они ее танцуют в движениях, да, и дальше непосредственно идет уже сама поэма. Очень сильные, как по мне, мужские танцы. Интересные, сильные. Страшные в каких-то моментах. Вот. И это поддержка, да, когда Петька случайно убил Катьку. Времена страшные, конечно, описываются. Знаете, наверное,
не знаешь, правильно ты поступаешь или нет, и вот он убил, и дальше сомнения, его сомнения, да, по этому поводу. А, кстати, когда танцуешь, ну, спящую красавицу, или вот такие спектакли разные потом, ну, после вкуса, то есть, когда погружаешься в такое, все-таки какие-то вот тут немножко такие депрессивно-темные мотивы, мне кажется, нет? Как, с какими впечатлениями выходишь после, допустим, спящей красавицы сказки? И вот после спящей красавицы ты просто уползаешь. Ты просто, да, ты действительно. Нет, это у меня недавно была спящая красавица. Конечно, очень сложный балет. Ну, это же разные, это просто разные. Нет, в спящей тоже, естественно, это все нужно отыграть. И, как по мне, желательно еще не на одной ноте. Да, то есть, наверное... Не вот так. Да, не надо улыбки. И вот таких глазах, да, выставлю я эту руку или нет. Но здесь это другое. Ну, тяжелее во-первых, потом... Во-первых, это ставится на тебя, да, непосредственно на тебя в зале. Угу. Учитываются твои физические данные, а не, да, там, спящую красавицу. Очень много держат икры, щиколотки. Центр, а в центре ничего. У меня от поясницы до вот коленок ничего. А если я просто вытяну там, то получится вот мост. Да, они не боятся. Нет, страхуют, облю мост. Нет, Давайте поднимем. А вы можете просто распределиться? Равномерно по телу. Просто потом, получается, еще вы когда отходите... Распределение. Я вот Макс не дотягивается, его куда распределить? В смысле не дотягивается? Давайте отходите, пожалуйста, по одному. Первый. Второй. Третий. Вот, хорошо, готов. Ну вот. Как я могу раздвинуть? Не, поп опять провисает. Может кто-то остаться у попа. Спасибо, сейчас, так, хорошо, отпускаем. А мне ноги наоборот, да, сейчас. Как вот собрать туда? Нет, вот сейчас отпустите. Очень, это получается, очень опасно. Ты держишь ноги, их поднимаешь. Да, я их так не могу держать. Ну вот потом, да, и ты когда уходишь, они у меня падают, и у нас вот этот вот момент. Фильм возьмет, и я аккуратно отпускаю. Слишком много, да. Что она остается там же, где была. Ощущение... Я даже не про физику больше, а нет, про... Я, нет, оно, наверное, все равно после каждого спектакля опустошение, после каждого. Но есть, конечно, наиболее такие спектакли именно морально, что ли, тяжелые, да, там... Знаете, 12, наверное, больше просто у мальчика морально, что ли, тяжелее. У меня, грубо говоря, нету возможности проявить каких-то... эмоций, то есть это больше там все в тебе какое-то вот такое, там все-таки больше поэма, не про Катьку, так mm-hmm. скажем. Естественно, ты там в голове это все, да, там произошло, но Петька это все переживает на сцене, именно на сцене, а ты, сидя в кубике, как бы это все, да, а то там, например, другие спектакли, такие как «Мандарин» там чудесный, Анна Каренина. Да, Каренина вообще, мне кажется, тяжелый спектакль. Тяжелый и эмоционально тяжелый. Ромео и Джульетта тоже эмоциональный, да, такое опустошение. То есть есть, да, действительно, после которых ты вот прям вот сидишь такой, вот ни о чем не думаешь, ничего уже в тебе не осталось. А есть просто тяжелые, да, классические балеты, просто физически они больше, да, тяжелые. Как вы потом возвращаетесь в себя? Как бы, ну, понятное дело, что надо выйти из образа. Вот это вот есть какая-то своя, поспать, там, не знаю, погулять. Очень сложно из-за того, что поспать, в принципе, после спектакля это дело тяжкое, потому что тебя, скажу так, штырит. Еще после спектакля ты вот это все прокручиваешь в голове. Думаешь, а надо было здесь так, а не так. Думаешь, там, а почему партнер на какую-нибудь эмоцию отреагировал вот так? Это, может быть, там не так подал ее, или наоборот, там думаешь, ой, такой там момент был. В общем, какие-то такие, думаешь, там, не опозорился ли ты. И
ты вроде, ты такой уставший, думаешь, вот ты сейчас вот ляжешь и просто вот ночь прилетит. Нет. Ты ложишься, ты не можешь уснуть, потом начинает крутить ноги, потом ты опять что-нибудь вспомнишь из спектакля. И, в общем, это, эту ночь я все время жду, когда бы она скорее закончилась, чтобы встать уже. Есть ли какие-то очень тяжелые спектакли? И была тяжелая неделя, да, какая-то, и я имею возможность не пойти на урок, я не иду на урок. Я пытаюсь закрыться, я пытаюсь Инстаграм вот посмотреть вот быстренько вот там до, и иногда я вообще не смотрю, я могу посмотреть там. Я вообще Инстаграм, если честно, не люблю, каждый раз думаю, зачем он мне, надо снова удалить. И в этот день я пытаюсь вот ничего не смотреть, нигде, чтобы мне ничего не прислали, что мне что-то о спектакле, там, еще что-то. Я пытаюсь побыть обычным человеком. Просто вот на каких-нибудь позавтракать вкусно, да, там, поздний завтрак в квартире, не знаю, там, прибраться или пойти, я немного шью, пойти пошить какими-нибудь вот... супер бытовыми делами, да, там. А, если же не получается, то этот еще день более, может быть продуктивным на самом деле. На следующий день после спектакля ты еще на адреналине, ты можешь еще на самом деле открутить еще раз спектакль, еще раз танцевать. Но к вечеру тебя начинает прибивать. И вот второй день после спектакля – это самый адский. Ты вот, ну, все тело, естественно, болит. Откуда-то нужно вынуть снова эмоции. Ну, даже на репетицию, да. Снова нужно что-то втягивать живот, втягивать попу. Ты вот это вот заново начинаешь собираться вот на следующий спектакль. А как часто идут спектакли у вас, допустим, неделю, раз в неделю? Или, ну, я понимаю, что по-разному, но как бы примерно хотя бы. Это даже примерно не сказать. То есть бывает, у меня бывало раньше, например, что у меня всего лишь два спектакля за месяц. Это могло быть первое число и двадцатое число. Либо же это могло быть просто почти вот каждый день или через день, да. А как вам легче? Потому что когда два раза в неделю тоже тяжело. Самый идеальный какой-то график – это раз в неделю. То, чтобы ты подготовился, ты выступил, ты отдохнул, ты пришел, вот снова, да, набрал на спектакль, выдал, да, мертвяком. Опять отдохнул, это, конечно, самый идеальный такой вот вариант. Ну, такого, наверное, почти не бывает, чтобы идеально. Ну, ты мне, кстати, этот месяц почти такой вот получается. Ну, почти что. Вот. Но, конечно, много работать легче. Не успеваешь, да? Без... Знаете, оно, чем больше выходишь на сцену, тем больше обретаешь хоть какую-то уверенность. Потому что когда у тебя большие перерывы, и ты вдруг выходишь в «Лебедином» или в той же там «Спящей» или еще в чем-то, ну, такое себе ощущение. Когда ты много находишься на сцене, ты уже... Волнения нету. Вот такого, знаете, когда ты не понимаешь, там, выйдет у тебя движение, там... Ну, какие-то такие страхи, потому что ты давно не был на сцене, технические страхи, которые мешают, да, вести иногда балет, так скажем. То тут ты уже знаешь, я не упаду, я это все могу. То есть это, на самом деле, каждый выход на сцену – это работа, моральная работа над собой, эмоциональная работа. Даже, ну, вот как подвести себя к спектаклю, я думаю, что это большое заблуждение, я думаю, с кем я с балеринами не общалась, все, естественно, нету мандража, там, такого, хотя перед Лебединым у меня бывает, что я думаю, боже мой, может быть, я сказать, что, пожалуйста, можно я не пойду на сцену? Ноги дрожат? Есть такое, что ноги трясутся? Ай, нет, это не ноги, это вот какое-то вот внутреннее, вот такое вот, прям вот...
даже это не страх, сомнения, что ли, какие-то тебе кажется, что ты не можешь ничего, вот просто ничего, что вот силы тебя покидают. Но это действительно, я считаю, что это какие-то моральные, да, что ты себя накачиваешь, что там, вот. Поэтому просто, когда ты чаще на сцене, у тебя нету вот это накачивание, что ли, да, себя, что что-то может не выйти, что там, я давно не была на сцене, я должна показаться там супер хорошо, а как мы знаем, лучше это враг хорошего. Mm-hmm. Поэтому мне больше нравится работать. Друзья, пишите, пожалуйста, как вам это интервью, что больше всего запомнилось, что стало удивительным. Лично для меня было много таких интересных инсайтов, как это модно говорить. Много нового я узнала для себя. Мне кажется, очень душевно получилось, очень интересно. Пишите свое мнение. И также, какие бы вопросы вы задали прима-балерине, в следующий раз попытаюсь учесть. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Всем пока-пока.